Всем привет, с вами я, Ульяна Ляля, вы смотрите Headliner, ну а мы катаемся на досках, смотрите и учитесь. На этот раз Hit TV попал на не совсем обычную выставку, посвященную развитию скейтборд-культуры в Казахстане. Эта выставка вообще заслуга всех, вот, всего нашего комьюнити. Я очень рад, что это происходит. Я думаю, что самое лучшее еще впереди. Спасибо, что вы пришли. Проведена впервые, и попасть в общество ярких трендсеттеров Алматы мог любой желающий. На большом экране весь вечер крутились видеоработы участников, на стенах красовались фотографии, посвященные истории становления этой урбан-культуры в нашей стране. За музыкальное настроение вечера отвечал Нурберген Махамбетов. Для тех, кто не в курсе, скейтбординг — это не просто экстремальный вид спорта, это полноценная современная субкультура. Я скейтер, катаюсь уже более 15 лет. У меня семья, есть ребенок, но тем не менее я катаюсь и радуюсь жизни. Скейтбординг — это целая жизнь. В скейт-комьюнити есть и фотографы, и журналисты, и там, не знаю, все есть, и музыканты, и разные люди. Это просто все объединены вот одним словом, вот этим скейтбординг. Твои фотографии сегодня присутствуют на этой выставке. Что тебя вдохновило фотографировать именно этих ребят? Вдохновило, потому что мне это интересно, мне в принципе интересны альтернативные виды спорта. В целом ребята позитивные, чаще всего спортивные и очень увлеченные этим делом. Ошибочно думать, что на скейтборд встать проще простого. Встать возможно, но вот поехать другое дело. Я по-другому просто не умею, потому что я нахожусь на 20-сантиметровых каблуках. Никит, толкай, а что делать? Если обворожительной Ульяне Амин мешает дресс-код, то этих ребят не стесняет ничего. Неограниченное пространство фойе-клуба и собственная застенчивость. Мы у стеснительного скейтбордиста Максима спросим, как он катается и покажет ли он нам какой-нибудь, я не знаю, трюк. Ну, я катаюсь с удовольствием, я что-нибудь покажу, да. Ну что ж, смотрим. No mercy, no mercy. Me no have no mercy, no mercy, no mercy. Nope, I don't have no mercy, no mercy. For these industry niggas, you heard me. No mercy, no mercy. Let's do it. I don't have no mercy. Вот в такой покатательный андеграунд мы сегодня с вами окунулись. Здесь были все свои в доску. Вы смотрели Headliner. С вами была я, Ульяна Ляля.